Капитальный ремонт стадиона впервые за полвека его существования. В Винницкой области в рамках национальной программы «Большое строительство» реконструируют спортивную арену детско-юношеской школы «Авангард». Как будет выглядеть обновленный стадион, расскажут наши корреспонденты. На стадионе спортивной школы «Авангард» за полвека воспитали не одно поколение профессиональных спортсменов. Но без обновления полноценно заниматься становилось все сложнее. У школы 4 вида спорта. Это отделение баскетболу юнаки, отделение хоккею на траве юнаки, отделение футболу юнаки и отделение волейболу девчата. Стадион попал в список объектов национального проекта «Большое строительство». Теперь тут капитальный ремонт. Строят новые беговые дорожки, ограждение стадиона, гимнастические и волейбольную площадки, восстанавливают трибуны. Это масштабное строительство, и оно является надважливым для Калинівки и Калинівського района. Стадион – это здоровье нашей молоді, наших людей. Команды матимуть змогу проводити тренування. На реконструкцию выделили около 8 миллионов гривен. Часть выделяют местные органы власти, часть – из госбюджета. Закончить работы планируют к началу учебного года. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Наталья Гаєвська, Вінницька область. Твой дом.